отсутствие дружелюбия, склонность к мизантропии. Эти люди практичны и приземисты, обладают большим потенциалом, но достигают всего действительно черепашьими темпами. Звук L говорит о сильно развитых родственных чувствах. За счет своей высокой общительности людям с этим именем довольно просто контактировать с окружающими, вступать с ними в контакт. Значение буквы «ы» – притяжение, огромная масса и тяжесть вытекает из звукового звучания данной буквы. Звук «ы» в этом имени символизирует непробиваемое и нечто огромное. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Люди с таким именем являются известными весельчаками, притягивающими развлекателями. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквы «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.